Суток. Репортаж из гаражей. Ну, это как бы анонс. Видите, какую беседочку делаю. Это вот крыша стоит. В работе. Вот такая у нас штукенция. Расскажу про такой вот комплексик, который у нас уезжает. Расскажу про особенность и про цену на эти изделия. Вот у меня тут еще стоят заказики, видите? Но это мы тоже, я надеюсь, отдельно снимем, покажем. Расскажем с розами. Ну, так как вы видите, вот стол стилизован с голубками, чисто такой декоративный. Патины я не пожалел, тут залил. Краской тоже старался, потому что, чтобы все прокрасить, это все довольно-таки тяжело, понимаете, залить. Поэтому на таких качественных вещах и краски обычно бывает даже 2-3 слоя. Ну, с чего, если мы начнем? С фонарика. Видите, здесь у нас розы. Розы я беру готовые. Труба витая. Завитки декоративные. Уже получается что-то интересное, что-то такое нестандартное. Что касается скамейки, тоже ножки везде, как вы видите, витые обычно 25-ю. Ну, скамейки можно и 25-ю использовать, и 32-ю трубу можно и побольше. Здесь, видите, тоже планочка 40-я шириной, чтобы труба удобно у вас, вода туда не попадала, тоже нюансик. Здесь стоят заглушечки. Потом используется труба 40 на 20. Сразу у вас возрастает там ширина с 20 сантиметров со стандартно. Можно сделать 23, 28. Ну, тут где-то 24, это вполне тоже достаточно. Основная особенность, что подход был к этим изделиям нестандартный. То есть стандарт мы делаем быстро, недорого и даже бывает красиво. Здесь же уже требовалось сделать качественно, а за качество я всегда беру деньги. И вам, допустим, кто-то делает, тоже рекомендую. Что такое качественно? То есть стараешься варить уже там не с одной стороны, не одну каплю, а с двух. Тут, тут, здесь тоже, вот тут понадежнее. Проверяешь, как схватилось, нет ли там какого-то отверстия, дырочки, потому что попадает вода и начинает у вас завиток разрывать. То есть на это время тоже приходится тратить. Варишь тоже так, вот, допустим, чтобы изделие, да, у вас никто даже, если пытается сломать, было довольно-таки тяжело, потому что можно там капнуть, тяпнуть по чуть-чуть, а можно уже заливать понадежнее. Часто мне, когда еще транспортные компании используют, то есть они там тоже могут по-разному загрузить, могут ударить, могут сломать. Но кто скажет, виноват? Скажет, да плохо приварил. Вот даже, видите, издалека смотрится, в глаза бросается. Когда еще солнце, то есть вообще издалека, я на кладбище видел, когда свои изделия там в солнечную погоду. То есть издалека сразу, потому что не все так у нас, допустим, в Тамбове используют патинирование так насыщенно. Может, кому-то бывает, ой, слишком сильно. Ну, слишком уже недешево получается. Поэтому, ну, вы зато, если кто-то это устанавливает, если кто-то делает, я думаю, вы однозначно выделяетесь. То есть, потому что привлекает внимание очень сильно на солнце, так золотит под старину. Что листы я здесь варил надежно с двух сторон, что здесь в круг варится, здесь с двух сторон. Так, чтобы не так. Да, мне часто говорят, начинают спорить, там, хватит одной капли, надо варить уметь. Я говорю, ребята, допустим, все это только, я считаю, от небольшого опыта. Говорит, что там вот можно быстро сделать и качественно. У меня обычно так не получается. Качественно всегда нужно стараться, всегда нужно перепроверять.
Высота ножек я у скамейки обычно 80-85 сантиметров использую, потому что там 40 в землю, условно говоря, и 40 до сидушки, или там 90 можно, смотря кто как будет закапывать. Ну, стол вот здесь высота, мне заказали 120, как вы видите, фонарь до головы фонаря тоже заказали 120, а так в землю по 40 они хотят закапывать, но... Можно всегда больше, можно всегда меньше сделать. Фонари и столики у меня вот много, они вон там у стены тоже стоят. Тоже у меня постоянно бывает новиночки, что-то придумываем, добавляем. Поэтому подпишитесь, я буду надеяться, что вы новиночку... По цене фонарь 4, стол 4, скамейка 5000. Может, это кого-то удивит, но если вам дать попробовать посмотреть, если бы как я все это делал, какое это было отношение, и, так сказать, самому взять, сделать, то я думаю... Вы возьмете с клиента не меньше, чем я. Подобные изделия я уже делал ранее. У меня он нашел там на сайте, ему понравилось, выбрал клиент. Все будет устанавливать на одной, скажем так, могиле. Я думаю, в принципе, тут в одном стиле. Да, там есть где-то виноград, тут вот цветы, там розы, там голуби. Но, в принципе, все так, тематика. То, что труба витая, там все золото, уже, я считаю, смотрится, в принципе, стилизованно. Ну а так, всем спасибо, что подписались. Вы будете за новиночки следить, кто подписан. Спасибо всем большое за просмотр, за лайки. Надеемся, будем вам рассказывать про следующие свои изделия. Всего доброго, до новых встреч!